Два месяца мастера из Ивановской области трудились над созданием символа исполнения желаний. И как в сказке получилась рыбка не простая, а золотая. Автор идеи – общественный деятель Виталий Калинин. На создание скульптуры его вдохновило название учреждения. Рыбка состоит из чешуек. Это ручная работа. Более 600 чешуек сделаны в ручном режиме. Это мастер делал целый месяц. Это эксклюзив. Такого больше изделия не существует. Он говорит, я даже не могу повторить, если вы закажете снова. В честь открытия символа в детском саду устроили настоящий праздник. И как по мановению волшебной палочки, ребята превратились в маленьких золотых рыбок и блистали своими талантами на сцене. У нас название «Золотая рыбка», и мы думали, что это символично, да, открыть символ сада, чтобы золотая рыбка исполняла все наши желания. Все, что нам захотелось и что мы задумали, чтобы все исполнялось. В будущем Виталий Калинин планирует продолжить преображение детсада. Свои новые идеи пока держит в секрете. Но бесспорно одно – все его начинания обязательно найдут отклик в детских сердцах. Влада Шишова, Роман Ивановский, телекомпания «Одинцова».